Саона. Самый крупный остров Доминиканской Республики, открытый еще Колумбом во время второй экспедиции 14 сентября 1494 года, а в дальнейшем служивший базой для пиратов. Сейчас остров является национальным заповедником, а также райским местом для отдыха с белоснежными пляжами, зеленью кокосовых пальм и мягкими лазурными водами Карибского моря. Историки до сих пор уверяют, что на острове скрыто много сокровищ, и у каждого есть шанс попытать свою удачу. Саона входит в состав Юго-Восточного национального заповедника. Занимает площадь 110 квадратных километров. На острове находятся три небольшие рыбацкие деревушки, общей численностью населения 300 человек. Карибское море – это не только чистая вода и сотни прекрасных пляжей с чистейшим песком. Это колыбель множества цивилизаций, зародившихся на его островах и окружающих море земли. Интерес к нему неудивителен. На свете мало столь же красивых мест. Лишь 2% из всех островов Карибского моря заселены. Карибское море было открыто случайно, когда Колумб искал путь в Индию. Это место, где смешалось невообразимое множество этносов, национальностей, языков, религий и традиций. В Карибском море практически никогда не бывает землетрясений. Свое название море получило из-за коренных жителей региона, индейцев Карибов. Национальная кухня народов Карибского бассейна смешалась из множества других, например, на острове Барбадос. В почете жареная летучая рыба. Скорость ураганов, порой проносящихся над Карибским морем, может превышать 120 км в час. В 17-18 веках Карибское море служило пристанищем для огромного множества пиратов всех мастей. Благодаря своему климату курорты стран Карибского бассейна по праву считают одним из лучших в мире. В Карибском море есть два государства с похожими названиями, которые частенько путают – Доминика и Доминикана. Средняя глубина Карибского моря – 2,5 километра. По примерным подсчетам, на дне Карибского моря лежат несколько десятков тысяч затонувших кораблей. Массовое требование независимости карибских колоний от европейских стран началось в XIX веке. Некогда Карибское море было отделено от океана участком суши. На территории острова произрастают около 539 разных видов растений, многие из которых растут только здесь. Различные виды растений, произрастающих во влажных лесах, нашли себе приют во влажных мангровых лесах, которые насчитывают здесь 4 вида. Среди них такие, как черные и красные. Водятся черепахи и игуаны. В прибрежных районах можно увидеть ламантинов и дельфинов. А в теплых водах мелководья живут и размножаются морские звезды различной величины и окраса. На острове живут чайки, голуби, зеленые попугаи, аисты и другие виды птиц. В корнях мангровых зарослей миллионы мальков находят себе приют от хищников. Известны 40 разных видов рыб, 124 вида моллюсков, обитающих в прибрежных волнах.